советую вашего Голлиб со вкусом. И сегодня мы с вами снова в торговом центре. И сегодня будет обувной выпуск, потому что таких выпусков на моем канале мало, и они пользуются популярностью. Тем более, что обувь – это очень довольно-таки сложный элемент, особенно осенью. А несколько недель, и все, надо будет уже утепляться. В общем, пойдемте смотреть. Мы с вами находимся с утра в ТЦ «Коламбус», и давайте пойдем в «Респект». Так, в «Респекте» у нас представлена и обувь женская, и мужская, и также много аксессуаров. Смотрите, попало на то, когда все как раз-таки представляют. Так что сейчас с вами узнаем, где у нас настоящие распродажные товары, где осенняя коллекция. К примеру, смотрите, классные, яркие, такие вот лимонные, под мой шопер, про который все спрашивают, босоножки, всего стоят, 2000 рублей. Ну, это вообще, причем размеры все ходовые, все есть. Вот эти мне тоже очень понравились, красивые, очень трендовая модель. Оттенки-то какие? И, пожалуйста, тоже вам цена 3000 рублей. Еще и есть дополнительная скидка 10% на вторую пару. Так. Давайте, наверное, сначала по лету, да, пройдемся, а потом уже вам покажу осеннюю коллекцию. Довольно много моделей на распродаже сейчас представлено. Смотрите, есть и очень даже симпатичные босоножки на каблуке. Мне понравились вот эти с красивым квадратным носиком белого цвета. Стоят 6000, и это натуральная кожа. Есть еще в черном оттенке. Есть более классические модели с шпилечкой. И, конечно, с вот такой тесьмой я больше всего предпочитаю именно бежевый цвет, чтобы черным, да, у нас, как здесь, ничего не отрезало нам наши с вами длинные ноги. Очень классные вот эти. Вот, смотрите, здесь, кстати, в данном случае прикольно смотрится. И красивый такой вот большой квадратный каблук. 5000 тоже стоит, тоже все натуральная кожа. На самом деле, покупать обувь такого плана натуральной кожи – это самый кайф, потому что мы с вами обычно носим их не так часто. Если носим, да, то обязательно какое-то мероприятие, танцуем и так далее. Что важно, конечно, нам ноги не растереть. Тоже, пожалуйста, еще одна классная модель. Показывала вам похожие, но не кожаные, в господи, Зара местная, да, за 5000 рублей. Класс. И вот эти мне, конечно, очень понравились. Классные, минималистичные, очень легкие и мягкие. Вообще супер. 3000 всего стоит. Вот еще одна классная модель. Я такие обожаю. Самые ходовые вообще на лето. Всего 1600 стоят. Очень-очень легкие, тоже в нескольких оттенках. Тоже вот они классные такие, да, дедовские сандали. Но выглядят очень круто. Мне нравится то, что у них черные подошвы. Причем, смотрите, с классными элементами, которые меня вообще тут не смущают. Стоят такие всего 4000 рублей. В общем, девочки, вы поняли, да? Мы сейчас с вами закупаемся и спокойно потом носим. Еще сейчас месяц, и следующее лето уж точно. И шлепки есть, кстати, тоже вполне себе симпатичные, даже вот с пяткой, как у Биркенштоков. Классно, классно. Кстати, аксессуары тоже есть на скидках, я не достану, наверное, вам показать, но в любом случае знайте, что выбор есть. А теперь давайте посмотрим, что же есть на осень. Вижу, что здесь уже потихонечку все расставляют. Меня, конечно же, интересуют более какие-то трендовые модели. Сначала вам покажу, потом мы с вами, наверное, еще и примерим. У нас есть большой выбор балеток. Балетки у нас снова ходят в моду. Смотрите, натуральная кожа. Такие стоят 7000 рублей. Очень мягкие, ну вот просто очень. Вот эти, конечно, мне нравятся больше всего. И прикольные, с таким вот квадратным носиком. Очень стильно смотрится. Хит продаж написан на них. Давайте посмотрим стоимость. 6000 рублей. Ну и большой выбор лоферов. Это я вообще очень сильно люблю и всегда радуюсь, когда есть базовые модели, без различных, знаете, там, блесток, бляшек и так далее. Вот классные вот такие вот лаковые, тоже смотрятся весьма симпатично. Если с какими-то деталями, вот такие вот, причем вообще абсолютно минималистично и смотрится хорошо, мне даже нравится. Вот, смотрите, тоже очень даже интересные. Во-первых, вы можете понимать, да, что это довольно громоздкая обувь, но при этом она настолько легкая, вообще очень мягко и красиво смотрится. Сразу представляю какие-то образы с красивым платьем, с носочками и вот такими лоферами за 6000 рублей, за кожаную обувь, которая прослужит вам долго, ну, вообще супер.
Оксфорды. Мне, конечно, нравится классика. Смотрите, бессменная вообще классика, причем даже в таком вот глянце. Стоит 7000 рублей и носим вечно. Прям очень классные. Есть еще вот такие вот на более высокой подошве. Стоят они столько же. Кстати, симпатичные сумки еще есть. Вот в красивом зеленом цвете и черные. Тут вполне себе. Мне кажется, что это тоже кожа. Давайте посмотрим, сейчас вскроем. Очень много там отделов. Да, стоит 7600. Кстати говоря, мне сейчас подсказали, что это не окончательная цена на белых ценниках. Есть еще и программа лояльности, бонусы и так далее. Поэтому нужно все уточнять у консультанта. Кстати говоря, помимо всего, здесь есть и довольно большой отдел мужской. Давайте, может быть, быстренько пробежимся и по нему, потому что мужская обувь, я думаю, что тоже всем актуальна, мужьям показать и так далее. Сейчас большая проблема с кроссовками. Здесь есть классные, причем и вот такие вот модели, которые можно одеть и с костюмом. Я, по крайней мере, люблю такие вот сочетания. И, пожалуйста, туфли. Все это тоже есть. Ладно, давайте мерить. Смотрите, тоже очень даже популярная тема у нас а-ля Лара Пьяна. Очень мягкие, очень классные. Сейчас на скидке велюр натуральный, 5000 рублей. Ну, прям вот очень приятные. Смотрите, синие, вообще какие-то, опять-таки, невесомые и вообще без таких деталей. Очень классно смотрится, причем цвет очень красивый. Кстати говоря, смотрите, большой выбор и классических туфель на шпильке. Очень красивые. Вот эти вот более. У нас, смотрите, такие современные, красивый каблук в молочном оттенке натуральной кожи за 9000 рублей. Очень даже красиво. Сапоги пока в процессе, но я уже для себя выделила то, что мне нравится. Очень классные модель, смотрите, опять-таки сзади красивая такая вот резинка, но она никаким образом меня не смущает. На молнии, слушайте, ну прям супер. Натуральная кожа, понятное дело, 17000 такие стоят. И есть еще такие вот полуботиночки, тоже мне очень нравятся. В общем, я думаю, что эта коллекция еще, конечно, будет пополняться. Так, если говорить про спортивную обувь, мне приглянулись вот эти вот кроссовки. Очень классные, мне кажется, на осень самое вообще то. Давайте посмотрим. Это у нас тоже натуральная кожа. 8000 они стоят и выглядят действительно дорого. Благодаря, конечно, и своему оттенку, и классной форме. Прям вот супер класс. Вижу, такие люблю, потому что можно их носить вообще совсем. Пожалуйста, тренч, пальто. Вот тоже классное сочетание. Черное, белое и желтое. Очень даже легкие, классные и приятные. Есть и вот такие базовые модели белого цвета. Вообще подо все. Тоже, я думаю, тут еще комфорт плюс, смотрите, у нас увеличенная полнота, видите, для того, чтобы каждой ноге было комфортно, классно. Я даже не знала, что здесь такое есть. И съемная амортизирующая стелька. Супер, вообще, почему бы нет? Тоже натуральная кожа. Я вам там показываю. Тут еще огромный стенд с кедами. Очень классные. Давайте посмотрим вот такой вот вариант. Черно-белый. Опять-таки, друзья, ну это просто какая-то невесомая обувь. Мне кажется, в ней ходить вообще супер. Тоже натуральная кожа. 5000 сейчас стоит. Такие еще и на скидке. На скидке купили. Опять-таки, и носим потом все время. И более яркие вот такие вот модели есть. Тоже выглядит, кстати, классно и необычно. Почему бы и нет? Еще, еще и еще. Я даже не знала, что здесь такой большой выбор. Я сегодня очень даже довольна. Мне все нравится. Давайте, наверное, начнем мерить. Ну что ж, смотрим первую модель. Не могла просто их не примерить. Вот эти вот универсальные бежевые кроссовки. Мне, честно говоря, очень нравится, как это смотрится. Во-первых, они довольно-таки объемные, но ничего не смущает на ноге. Во-вторых, очень классный оттенок, я, как вам уже сказала, просто подо все. Смотрится отлично вообще со всех сторон, и они просто какие-то вот невероятно мягкие. Прям вот как будто ходишь по какому-то облачку, ну прям класс. Пишите, как вам.
Мне кажется, что отличнейшая альтернатива вообще всем брендам, которые сейчас не найти. Так, ну что, супер молодежный вариант. Кстати, я подумала, что это вообще очень классная тема для школьниц, когда вам нужно, чтобы это было, да, что-то более-менее презентабельное, но при этом одеть и с юбкой, и с брюками под школьную форму, почему бы и нет. Тем более, что, опять-таки, они на распродаже. И, друзья, мне кажется, я уже очень много раз за сегодня сказала, но это очень и очень удобно. Мне нравится, как контрастно смотрится. Носики прям вот класс. Еще один хит продаж, как говорят сами в магазине, но при этом я еще скажу от себя, что это невероятно стильная модель, да, вот такие вот туфельки на плоском ходу, выглядят очень классно и очень стильно, так и вижу, знаете, даже сейчас с каким-то сарафанчиком или же с платьем, при этом, опять-таки, невероятно удобные. Ой, смотрите, только сейчас вот заметила, какой классный здесь каблучок. Кстати, цену этих туфелек я вам не говорила, они стоят сейчас на скидке 6000 рублей. Так, еще один классный вариант, очень классные балетки, пожалуйста. На самом деле, мне кажется, несколько лет уже не носила балетки, но мне очень нравится то, как это выглядит. Во-первых, это супер современно, потому что, опять-таки, у нас есть с вами ненавязчивый дизайн, и мне нравятся квадратные носы. Мало того, что он мне как бы просто нравится, он еще и выглядит очень даже стильно и современно. И вообще, конечно, балетки – это очень мило. Класс, вот это мне прям очень нравится. Хороший вариант, рассматриваю в том числе для себя. На осень надо подумать, с чем и как я могу носить. Так, еще одна летняя модель на распродаже за 2000 рублей, натуральная кожа. Очень классные такие вот минималистичные босоножки. Что мне нравится, что они сделаны для широкой стопы. У меня, знаете, я бы сказала, такая что-то между, но при этом мне довольно-таки комфортно. То есть я понимаю, что если бы нога была даже еще шире, то было бы вообще отлично, потому что обычно в таких босоножках это проблема номер вообще один. Классные, ненавязчивые, чем бы нет. Слушайте, меня смущает в этом только одно. Это мой летний образ, потому что, конечно, хочется уже даже чего-то, не знаю, более презентабельного на себя одеть. Но я хочу вам сказать, что мне очень даже нравится. Очень классно они сделаны, круглый нос, при этом они невероятно комфортные и выглядят очень даже симпатично. Смотрите, сейчас поближе вам. Вот. И опять-таки, как будто по облачку ходишь, то есть обувь довольно-таки громоздкая, но это при том, что я сейчас без носочков, и мне сейчас очень и очень даже комфортно, кожа прям вот приятная. Поняла, кстати, почему они настолько удобные. Смотрите, какая классная здесь телька. Здесь в действительности прям вот какой-то круг, который вот нога чувствует себя как на батуте. Ну, невероятно комфортно. Еще одна очень даже стильная модель, такие вот дедушкиные сандалики. Но мне нравится, как это смотрится. Классно. Так и вижу, знаете, с каким-то брючным костюмом, и с джинсами, и с платьем. Очень и очень классно. Единственное, мне не очень комфортен носик, не знаю почему. Видимо, просто как бы не мое. Но вообще выглядит, конечно, очень стильно. Честно говоря, друзья, я прям вот не ожидала, что будет настолько большой выбор. Мне столько всего нравится. Я жду еще одну и принимаю решение, что брать себе на осень. Ой, в общем, помогайте, пишите в комментах, что выбрали бы вы. Так, ну еще одна суперкомфортная пара, которую мы носим и летом, и осенью. Невероятно комфортный, красивый небесный оттенок. Я вообще для себя поняла, что для меня это оттенок очень-очень универсальный. Все, что бежевое, серое и голубое, все это ко мне вписывается в гардероб и отлично носится. Классные. Сейчас примерю еще без носочка, потому что кажется, что немножко выпрыгиваю, но по качеству вообще нет никаких претензий. Очень классно.
Ну что ж, друзья, по нашей с вами традиции, подводя итог, я, честно говоря, приятно удивлена, потому что выбор просто огромнейший, очень классные стильные модели и из летней коллекции по очень увлекательным ценам, очень классные коллекции осенние, которые все больше и больше появляются в магазинах, и качество. Я, честно говоря, в шоке, я сейчас, чтобы вы понимали, стою в одних из, и просто вот как будто бы я на облачке. Очень классная кожа, и что немаловажно, это стелька. Когда тебе 26, ты начинаешь задумываться об этом. В общем, друзья, пишите свое мнение в комментариях, нравится ли вам этот магазин, что здесь покупаете, и купили бы что-то из того, что я сегодня примерила. Я с радостью почитаю и благодарю вас за просмотр. Желаю вам, как всегда, отличного дня и отличного шопинга. Пока-пока!